Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня я расскажу о фигурке на Android номер 102 Цумуги Катабуки. Это самая добродушная девушка в клубе легкой музыки, которая играет на клавишном синтезаторе. Как всегда, перейдем к рассмотрению самой коробки. Коробка у нас светло-фиолетового цвета. Как всегда, на лицевой стороне мы можем посмотреть саму фигурку, номер фигурки, название фигурки, ограничения по ее использованию. Фон у нас светло-желтого цвета, на котором написано слово Android. В комплекте у нас имеется подставка, две смены левой руки без кисти, две смены правой руки с кистью, наклейки. Но я сразу скажу то, что мне не нравятся эти наклейки, да и вообще наклейки для фигурок. Я считаю их бесполезным. Чайный сервиз, одна смена кисть, две смены лицевые панели, подставка для синтезатора, сам синтезатор, ну и конечно же сама фигурка Цумуги. Теперь перейдем к самим позам. Первая поза, где Муги держит свой чайный сервиз. Выглядит это действительно мило, но этот чайный сервиз держится достаточно плохо за эти кисти рук, что идут в комплекте. Получается, сам поднос, он намного толще, чем ручки, куда должен этот поднос суваться. Следующая поза по факту ничем не отличается от стандартной, единственное, здесь другая лицевая панель. А что это выражение лица означает, я честно говоря не знаю. В описании говорится, типа это растерянное лицо. Где оно здесь растерянное, я не знаю. Да, кстати, забыл сказать. Одета она, как и все остальные участницы из Кион, в свою школьную форму, пиджак и юбку. Третья поза, где Муки держит свой лимон для чая. По факту и самое интересное, опять же, это только то милое личико, которое идет в комплекте. И да, если верить инструкции, именно для этой позы идут вот эти наклейки. Но опять же, они постоянно падают с лица, и зачем они нужны, я не знаю. Последняя поза, в которую можно поставить Цумуги, это где она играет на своем синтезаторе. Ну а название синтезатора Core Triton Extreme, 76 клавиш. В одном из роликов я как-то говорил, то, что я сломал шарнир у головы у одной из фигурок. Так вот, этот шарнир я сломал именно у этой фигурки. Так что еще раз говорю, будьте осторожны со своими фигурками. Что касается плюсов и минусов, то это, как всегда, те же самые плюсы. Милая мордашка, хороший комплект, хорошая цена, а минус подставка и большой срок фигурки. Ну, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик, и до встречи. Всем пока.